Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. Но нет, это ложь. Сегодня вышел мой бьюти-бокс. Сегодня начались продажи моего Авми-бокса. Господи, у меня столько эмоций, что я просто не могу. Подождите, можно я потуплю? Боже мой, это бьюти-бокс, он бьюти-бокс. И он начал продаваться. Бэм! Так, спокойно, все хорошо, ничего же страшного не произошло. Когда я создавала этот бьюти-бокс, у меня была идея такая, чтобы каждая девушка нашла в этом боксе все средства, которые ей реально нужны на каждый день. Вот все, что вы используете обычно здесь, есть просто все. Это мой подарок для вас. Вы знаете, на самом деле для меня это очень важно, потому что я считаю, что наполнение этого бокса, оно правда очень-очень крутое. И я когда ставила себе цель сделать бьюти-бокс, я понимала, что я или сделаю его очень крутым, или нафиг не надо. И мне кажется, что получилось здорово, но я надеюсь, что вы в комментариях выскажете свое мнение и скажете, как вам нравится, вообще не нравится, и что вы вообще думаете на тему всего этого. Сразу расскажу о главном. Будет две версии этой коробочки. Одна будет называться «Пафосно китса», вторая будет называться «Сияшечка». В общем, ничего нового, все как мы с вами любим. И в одной и в другой версии вы сможете найти для себя что-то очень интересное и, самое главное, полезное. Теперь будет две новости. Одна хорошая, другая не очень. Начнем, пожалуй, с плохой. Доставка будет осуществляться только на территории России, Беларуси и Казахстана. Плохая новость. Собственно, в том, что в другие страны и города даже с доплатой заказать нельзя. Снова хорошая новость в том, что доставка в эти три страны будет совершенно бесплатна, вне зависимости от того, где именно вы живете. Чтобы заказать этот бьюти-бокс, вам достаточно зайти в ссылочку, которая будет в описании или в прикрепленный комментарий, и оплатить на сайте Royal Samples. Это сайт, который неоднократно работает как с селебрити, так и с блогерами, поэтому вы можете быть совершенно спокойны за свои деньги, они уйдут туда, куда они должны уйти, и вы получите свой бокс. Я сразу уточнила, в какие даты будет осуществляться доставка, то есть отправка, и это после 10 сентября, ориентировано 14. То есть если вы сейчас это все оплатите, вам вышлют коробочку 10-14 сентября. Я хочу начать рассказ о том, что находится внутри моего бьюти-бокса, с ухода за собой, потому что я считаю, что уходовая косметика – это очень важно. Давайте начнем вот с такой вот а-ля умывалки. Это Dermalogica микрофолиант. Что такое микрофолиант? Я уверена, что далеко не все из вас пробовали такое средство, а другие вообще, наверное, даже не слышали. Это средство способствует отшелушиванию роговевших клеток с поверхности вашей кожи. Что самое, на мой взгляд, важное, это дает эффект осветления кожи, в том плане, что выравнивает цвет и уменьшает выраженность пигментации, если такая у вас имеется. Чтобы использовать это средство, нужно насыпать всего-навсего пол чайной ложечки себе на ладошку, добавить немного воды и вот такими вот массирующими движениями умываться. После того, как мы умылись, отшелушили все лишнее с нашей кожи, нужно кожу теперь увлажнить. Давайте начнем с вот такого вот средства 3 в 1. Смотрите, при помощи вот этого тоника, лосьона и одновременно эссенции можно очень круто и качественно увлажнить свою кожу. По инструкции нужно сначала ее очистить, потом нанести средство на ватный диск и распределить по коже лица. После чего мы не смываем средство, оставляем и ждем, пока оно полностью впитается. Оно не оставляет после себя никакого липкого эффекта и вообще никаких проблем нет. Это идеальное средство для тех, кто спешит, потому что здесь реально комплекс 3 в 1, который работает за троих, ну потому что это 3 в 1. Смотрите, в одном из бьюти-боксов у меня будет вот эта вот Dermalogica, о которой я вам говорила. В другом бьюти-боксе будет что-то из японской косметики от Kanebo. Это очень дорогая японская косметика, и она крутая. Здесь у нас будет вариант с серумом под глаза, умывалка и кремовая умывалка. Если вы выберете бокс, в составе которого есть Kanebo, то вам достанется что-то из этих трех средств. Вы получите одно из этих трех. Я даже не знаю, что лучше. Они все прекрасны. Также здесь есть серум, он доступен для заказа в двух боксах. Это аптечная косметика Uriage, я о нем вам уже рассказывала. Очень классное средство, безумно вкусно пахнет, впитывается просто буквально за 2 секунды, и оно реально очень классно работает с кожей. Для применения достаточно сделать один, максимум два пшика, нанести на лицо и просто наслаждаться жизнью. Даже если вам лень запариваться с многоступенчатым уходом, который я попыталась вам в этой коробочке положить, вы можете реально нанести вот этот вот серум, и все, вам больше ничего не надо.
реально, он очень крутой. У меня даже нет слов, насколько он крутой. Я безумно счастлива, что я могу поделиться им с вами. Конечно же, никак нельзя было забыть про крем для рук, поэтому крем от Yves Rocher тоже есть в моем бьюти-боксе. Крем — это очень вообще важная вещь. Ну, во-первых, потому что нужно содержать ваши руки под защитой крема, увлажнять их, питать их. Плюс сейчас все-таки скоро будут холода, и я считаю, что крем должен быть у каждой девчушки, поэтому я позаботилась о коже ваших рук. Дальше у меня в коробочке, как вы видите, гидрогелевые патчи для глаз от Mixit. Это суперудобные патчи, во-первых, тем, что они реально классно выглядят, а во-вторых, тем, что вы можете заниматься своими делами, пока ваши глаза приходят в форму и даже больше. Например, вы можете покушать пойти или собрать вещи перед выходом на улицу, ну или вы вообще можете просто куда-то идти, и пока вы куда-то идете, сидите в патчах. Кстати, когда я куда-то лечу или долго еду, я обязательно всегда надеваю патчи и занимаюсь своими делами в поездке. Эти патчи питают кожу и выводят токсины. А коллаген обеспечивает лифтинг-эффект и придает коже эластичность. Эти патчи разглаживают кожу и придают ей сияние. Сейчас как раз их сниму, смотрите. Просто вообще шикарная кожа век. Как будто я выспалась. Тканевая маска, тоже японская. Комментарий излишний, все мы знаем, что тканевые маски — это очень классный момент. Эта тканевая маска безумно крутая. Если вы ее еще не пробовали, вам очень понравится. Если вы пробовали, то напишите в комментарии, я уверена, что вам она тоже нравится. Потому что это одна из самых лучших, на мой взгляд, тканевых масок. Она обеспечивает просто идеальное увлажнение, идеальное питание. И что самое-самое важное для тканевой маски, когда вы ее снимаете, она мгновенно впитывается и не оставляет на коже, вот знаете, вот это вот непонятного ощущения липкости, которое ты не понимаешь, что с ним делать. Или его смывать, или так ходить, ну а как ходить, если у тебя все липкое. Я уже молчу про его эффект, который он дает, потому что все-таки самое главное — это не липкость или не липкость после нанесения, а именно эффект. И он тут есть. И он тут просто, вот знаете, сразу выражен. Ты снимаешь эту маску и... привет! И еще одна тканевая маска для тех, кто хочет хорошего настроения. Почему хорошего настроения? Да потому что ты снимаешь эту маску, ты просто отфигеваешь от того, насколько классное у тебя лицо. Эта маска выравнивает тон кожи и защищает кожу от вредных факторов. То есть ее идеально делать тоже утром, чтобы ты вышла потом на солнце в течение дня и была полностью под защитой. А еще благодаря огромному количеству витаминов в составе, эта маска наполняет кожу энергией и придает ей идеальный, здоровый оттенок. Также у меня есть для вас вот такое вот средство. Это матирующие салфетки для лица. Да-да-да, это одна из самых важных вещей вообще в арсенале любой девчонки. Почему эта вещь очень важная? Если вы припудриваете лицо много в течение дня раз, то тогда вы просто свою кожу перегружаете. Зачем нам ее перегружать, если есть прекрасная альтернатива в виде матирующих салфеток? Попробуйте обязательно, вы будете безумно довольны этим средством, потому что оно максимально простейшее. Смотрите, я вам покажу. Это матирующие корейские салфетки. Выглядят они вот так. Вот тут на самом деле разные цвета, но мне достался вот такой вот немножко коричневый. И вы просто их прикладываете к вашей коже. И таким образом вы избавляете свою кожу от любого нежелательного жирного блеска. Салфеточки в себя все впитывают. Идеально и очень просто. Я считаю, что мы идеально поухаживали за кожей. И теперь есть смысл приступить к волосам или к декоративной косметике. Этого всего у меня в боксе тоже много. Но я не знаю, что мне выбрать, волосы или декоративную косметику, поэтому давайте проведем опрос в Инстаграме. И что вы выберете, то я и покажу вам раньше. Ага, 60% проголосовали за то, что после того, как они сделали все свои ритуалы по умыванию, они приступают к макияжу. Что ж, давайте мы приступим к макияжу. В разных коробочках, пафосная Кица и Сияшечка, да, название от души, душевно в самую душу, ну, простите, как иначе, будет, с одной стороны, вот такая вот палетка нюдовых теней от Maybelline, и она на самом деле реально очень крутая. В чем ее крутость? Да в том, что тут вся гамма нейтральных оттенков, вы действительно можете сделать с этой палеткой совершенно любой макияж. С другой же стороны, у нас палетка такая. Эта палетка с уже более цветастыми вариантами. Здесь яркие тени, как вы можете видеть, яркие, но при этом пастельные. Их действительно можно использовать тоже каждый день, если вы предпочитаете не полностью нюдовый макияж, а такой немного с приколом. Поэтому, блин, я не знаю, какой палеткой мне краситься. Ладно, тоже проведу сейчас опрос в Инстаграме, и мы с вами определимся, какой палеткой будем красить глаза. Пока вы голосуете в Инстаграме и у нас набираются очки, я покажу вам, что же здесь есть дальше. Итак, двуцветный корректирующий стик. Это Beauty Bomb, это один из моих самых любимых стиков. Здесь у нас стик 2 в одном. С одной стороны темный корректор, с другой стороны хайлайтер, ока, сияшечка.
Почему я остановилась именно на этом продукте? Темный корректор. Я прекрасно знаю, что такой продукт далеко не каждая девушка рискнет себе купить, потому что, во-первых, это достаточно дорого, во-вторых, не факт, что ты будешь этим пользоваться. Поэтому я решила найти средство, где было бы два в одном. С одной стороны, хайлайтер, который в любом случае так или иначе используется. С другой стороны, именно корректор, чтобы вы могли самостоятельно попробовать его наносить и определиться вообще, хочется вам использовать далее такой тип продукта или нет. Теперь, когда контуринг я сделала, я буду наносить хайлайтер. Я буду наносить его вот сюда, на носик, и я наношу под глаза. И буквально каплю на подбородок. Можно, кстати, растушевать пальцем, он совершенно прекрасно поддается даже пальцем, смотрите сами, все легко. Что скажете, как вам хайлайтер? И опять почему-то в соотношении 60 к 30 побеждает палетка. Покажу вам макияж вот с этой вот палеткой. Если вы хотели больше посмотреть на макияж с этой палеткой, вообще не парьтесь, я это предусмотрела заранее, поэтому сняла вот это вот видео, я вам его сюда поставлю, и так вы можете увидеть, что можно сделать с этой палеткой буквально за пару секунд, потому что здесь макияж супер простой. Пока давайте ее посмотрим. Здесь вот такие вот очень красивые цвета. Эта палетка будет доступна у нас с вами в наборе «Сияшечка». Та палетка будет доступна в наборе «Пафосно кица». Итак, давайте сделаем макияж. Я начну вот с этого вот оттенка, он такой кирпичный, и нанесу его на складку верхнего века. Тени очень легко наносятся, именно поэтому я остановила свой выбор на этих палетках. Теперь я беру соседний вот этот вот оранжевый, персиковый, и при его помощи буду сейчас растушевывать. Теперь я беру вот эти вот коричневые тени и добавляю их в уголок. Вот так вот получилось. Теперь я возьму самый светлый розовый, вот этот вот, и просто при помощи пальца вот так вот его нанесу. Можно взять и добавить хайлайтер. Я добавлю прям вот этот вот золотистый на самый центр, самую малость. Сделаю нижнее веко, здесь все просто, тоже беру просто вот эти вот тени и буду их сейчас растушевывать. Конечно же, просто так оставить тени и не накрасить ресницы неправильно. Ну кто так делает? Я так не делаю, и поэтому в моем бьюти-боксе есть... Бам! Две туши. Да, их две. И каждая из вас получит не одну какую-то тушь, а сразу две в каждом бьюти-боксе. Почему я сделала две туши? Дело в том, что, как вы знаете, девушки делятся на много вообще на самом деле типов, но кому-то нравится вот такая вот щеточка, кому-то нравится обычная классическая. Я не знаю, какая щеточка больше подойдет вам, поэтому я сказала, что я хочу две туши. Я уверена была, что меня пошли с таким предложением, но мне их дали, и я такая просто «что? Что?». У вас будет у всех по две туши. С правой стороны у нас будет гламур, с левой стороны у нас будет звезда. Я думаю, вы видите разницу. Мне, если честно, больше нравится вот этот глаз, потому что мне кажется, что здесь ресницы в два раза длиннее, но при этом здесь они в два раза объемнее. Что мы делаем после того, как сделали макияж? Конечно же, используем пудру. Это большой продукт достаточно. Я не знаю, сколько вам ее лет хватит. Скорее всего, она уже здесь растухнет, но она у вас еще останется. Эта пудра, прикол ее в том, что она будет подходить любой девушке. Ну, за исключением темнокожих девчушек. Всем остальным она совершенно точно подойдет, потому что здесь цвет, который подстраивается под цвет вашей кожи. И эта пудра идеально подойдет как и для бейкинга, так и просто для того, чтобы припудривать лицо. Видите, она просто идеально подходит для бейкинга. Но что мы делаем обычно после пудры, когда сами с вами красимся? Конечно же, мы используем помаду. Ну, или вы используете ее в самом начале, просто я всегда помаду наношу в самом конце. И тут, конечно же, у меня для вас есть и помада, потому что, ну, как вообще без этого жить-то? Пам-пам-пам-пам! Это самый топовый цвет. Это та самая пыльная роза, которая реально вкатывает совершенно всем. Я выбрала матовую текстуру, но так как я переживаю за вас, за ваши губы, за то, что скоро у нас все-таки зима, я выбрала не супер-мега стойкую помаду, а помаду, которая будет создавать матовый эффект, но при этом не будет пересушивать губы. Я считаю, что это очень важно. Просто оцените этот цвет поближе. В общем, что вы получаете из декоративной косметики? Одна из палеток на ваш выбор. Две туши, стик для контуринга, помаду для губ и пудру. И, как вы понимаете, здесь все полноразмерное. Что ж, давайте смахнем бейкинг, посмотрим, что у нас получилось, и вы оцените макияж. С макияжем закончили. Теперь предлагаю перейти к волосам. В самом начале я хочу показать вам то, как я выглядела до того, как села снимать видео. Как-то вот так. Я воспользовалась... вот этим вот.
Это сухой шампунь от Батист. Реально, вот честно, положа 10 миллионов рук на мое одно сердце, скажу, что это лучший сухой шампунь. И этот сухой шампунь позволяет вам не только очистить свои волосы за одну секунду, но также позволяет вам добавить немного объема, потому что, думаю, все сами прекрасно видите. Эта вещь всегда нужна. И она просто, вот знаете, вот она просто реально нужна, чтобы она была. Даже если она у вас уже есть, это лишнее никогда не будет. Далее у меня есть вот такая вот штука. Это пудра для прикорневого объема волос. Кстати говоря, не обращайте внимания на то, что она вот как будто бы наполовину ссыпана. Это не брак, это нормально. У вас будет ровно точно так же в ваших наборах. Если вы загуглите это средство, давайте вместе, то вы увидите, что оно всегда таким образом поставляется. Давайте покажу. Выглядит она вот так вот. Вы наносите ее себе на ладошку. Совсем чуть-чуть нужно, прям вот самую-самую капельку. Растираете в руках и добавляете на прикорневую зону вот таким вот образом. И прям растираете сюда. И вот какой классный, естественный прикорневой объем у меня получился. Смотрите просто сюда. Это резинки для волос. Резинки, бантики, потом эти, как они там, заколочки, все, что вы хотите. Просто посмотрите на это великолепие. Я решила, что это тоже будет очень полезно для всех, потому что так или иначе мы все закалываем волосы. Вы всегда можете, когда делаете макияж или когда умываться, забрать свои волосы. И вообще просто, ну посмотрите, ну это же так мило. Ну это же просто вот, ну это каваи. Я не понимаю. Блин, я не могу больше снимать это видео. Мне хочется плакать, я не знаю. Я просто не верю, что этот бьюти-бокс на самом деле вышел, потому что вы себе просто не представляете, какая дичь вообще была, какая была война просто вот за каждую вещь. Ладно, извините, мне нужно прерваться, то я сейчас разревусь. Я правда очень старалась, и у меня такой стресс все это время был, что сейчас, когда я держу этот бьюти-бокс, где он там, боже мой, то я вообще просто не верю своим глазам, что он на самом деле вышел, что я на самом деле держу его в руках. И на этом-то все тоже не заканчивается, но теперь я приглашаю вас пройти со мной в ванну, потому что после того, как мы с вами сделали утренний уход, поухаживали за волосами, сделали макияж, предположим, что мы пошли по каким-то своим делам, там пожевали жвачку ксилитом и, конечно же, держали с собой крем, потому что крем для рук надо носить с собой всегда, реально советую, рекомендую. Мы приходим домой, и что мы хотим? Мы хотим смыть с себя все это и принять ванну или душ. И вот для этого у меня тоже кое-что есть, потому что дома вы тоже должны ощутить релакс, кайф и радость. Я вам отвечаю, это просто бомба вещь. Если вы собираетесь на какое-то мероприятие, или если вы реально хотите просто дома себя побаловать, примите ванну вот с этим вот скрабом. Потому что когда вы скрабируете свою кожу при помощи этого средства, когда вы выходите из ванны, вся ваша кожа начинает сиять. В прямом смысле слова, вы все будете в блесках. И выглядит это просто потрясающе. И еще одно средство. Это вот такая вот бомбочка. Их будет несколько вариантов, каждому попадется свой вкус. Бомбочка просто с невероятным ароматом. Принимаешь ванну, пахнет приятно, настроение повышается, все хорошо и сразу чудесно. Такая релакс-история, обожаю бомбочки. Вы любите, кстати, всевозможные вот эти вот дополнительные штуки для ванн, пены, бомбочки? Напишите об этом в комментарии, потому что я просто обожаю, и я хочу, чтобы вы тоже попробовали то, что я очень сильно люблю. И также из ухода за собой я побеспокоилась, чтобы каждый из моих подписчиков узнал о том, что же такое ксилит. Он предотвращает кариес. Для любителей жевать жвачку, вот эта вот форма выпуска, это просто идеально. Я сама постоянно жую жвачки, потому что я сижу в машине, мне нечего делать, я постоянно их жую. И вот для таких упоротых, как я, лучше жевать не какие-то обычные жвачки, а именно жвачки с ксилитом. Очень полезно для ваших зубов. Если вы спросите, зачем вообще в моем бьюти-боксе коробка с ксилитом, я вам отвечу, что прямо сейчас я занялась сильно своими зубами. Вот у меня здесь капы для зубов, как видите, вот они, не втираю вам какую-то дичь. Я отреставрировала все зубы, я вырвала все зубы в мудрости. Короче говоря, стоматолог мне сказал, чтобы заняться профилактикой кариеса, который у меня был на зубах, который я лечила. И поэтому я подумала, решила, что раз я занимаюсь своими зубами, то и вам, знаете ли, тоже не лишним будет. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Простите, что оно получилось таким излишне эмоциональным, я вас, правда, очень сильно люблю. Я с каждым днем люблю вас все сильнее и сильнее, и я буду очень рада, если каждый, кто хочет купить эту коробочку, он сможет ее себе поставить на полку, смотреть на меня и понимать, что вот просто мы все вместе, мы все семья, и все у нас у всех получится. У меня получилось сделать бьюти-бокс. Реально классный бьюти-бокс, и у вас все получится, потому что если смогла я, сможете и вы. Люблю вас очень сильно, просто вот обожаю. Итак, в наборе пафосная китса, пудра, две туши, палетка теней, патчи для глаз, сухой шампунь, пудра для волос, средство для умывания, контурирующий стик, тканевая маска, один из видов заколочек, крем для рук,
эссенция, тканевая маска, серум, помада, бомбочка для ванн, мерцающий скраб. В коробочке сияшечка, мерцающий скраб, пудра для волос, шарик для ванн, матирующий салфет, жвачки с ксилитом, крем для рук, кремовая очищалка, кремовая умывалка или серум для глаз, пудра, увлажняющий серум, патчи для глаз, эссенция, палетка для век, две туши, помада, тканевая маска, контурирующий стик. А первые 100 человек, кто закажет этот бокс, получит от меня вот такой вот топовый блокнот в подарок.